Ну, это абсолютно нормальный атрибут рыночного, либерального, демократического общества. Россия, ну, кто бы что ни говорил по этому поводу, это абсолютно та же самая страна, как и Соединенные Штаты Америки, Франция, Германия. Поэтому в ней будет абсолютно все, что присутствует в этих странах. Как бы нам не нравились вот эти конкурсы, они, кстати, намного лучше, чем, допустим, те же казино, та же самая проституция, те же самые олигархи и все остальное. Но, тем не менее, весь этот набор будет присутствовать, нравится это кому-то или нет. И если в России сменится идеология, тогда, конечно, этого конкурса не будет. Но, во всяком случае, сегодня, на данный момент, благодаря вот этим конкурсам, какие-то российские, русские, татарские, башкирские девушки из небольших населенных пунктов могут делать себе карьеру. Почему бы нет, где им работать у себя на родине?